Сегодня в России день траура. Всюду проходят митинги в память о погибших в Кемерово. Люди приносят к импровизированным мемориалам цветы, детские игрушки и лампады. В Чувашии, как и в других регионах, приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия и передачи. Была изменена и сетка вещания национальной телерадиокомпании Чувашии. Во многих республиках сегодня прошли поминальные богослужения о жертвах трагедии в городе Кемерово. Священнослужители и простые люди молились о скорейшем выздоровлении пострадавших. В Новочебоксарске, в соборе равноапостольного князя Владимира, панихиду по усопшим провел епископ Игнатий.